Вы смотрите новости. Завтра Всемирный день донора крови. Ежегодно около 70 тысяч казахстанцев вливаются в ряды доноров с самой благородной целью – помочь в спасении чьей-то жизни. Знакомьтесь, Рустенбек Рахменов – почетный донор области. За свою жизнь он сдал кровь 76 раз. А началось все в 80-х. Ну, началось с того, что когда у меня близняшки, две дочки, полтора года заболели, одна лежала в облбольнице, другая в детской больнице. И срочно нужна была кровь. Первый раз я в облбольнице сдал кровь. И через неделю говорят, еще нужна кровь, только второй дочке. Второй раз сдала, когда кровь, уже тяжело было. Это чувствуется сразу. Недели срок. Но в данный момент сейчас в центре крови такого невозможно сделать. В области этот высокий статус почетного донора имеют всего 9 человек. При необходимости они приезжают сдавать кровь в выходные и даже по ночам. А вот 30-летняя жительница города Эльмира пришла сюда впервые. Стать донором ее давняя мечта. Я сегодня впервые пришла для сдачи крови. Немного волнуюсь, но давно мечтала сделать этот важный шаг, потому что считаю, что это гражданский долг каждого человека. Сейчас вот сдала анализ крови и жду результатов. Надеюсь, что я смогу стать донором и помочь спасти чью-то жизнь. Среди доноров есть те, кто пришел добровольно, и их ряды ширятся. В прошлом году ими стали около 7 тысяч жителей области. С начала года уже 3610 человек. Других в центр крови приводят обстоятельства. Кровь я сдаю не первый раз. Пришел сюда, потому что родственнику нужна кровь. По словам специалиста, вся кровь проходит тщательное исследование. При малейшем сомнении в ее качестве она сразу уничтожается. Все данные доноров обязательно вносятся в единую систему «Инфодонор». В особом списке те, кто переболел КГГЛ. У них уже вечный иммунитет к этому вирусу. На сегодня в области дефицита крови нет. Идет постоянное пополнение запасов. В среднем в год здесь заготавливают до 1,5 тонны плазмы. Выпускаем более 40 видов препаратов крови. Это эритроциты, тромбоциты, препараты плазмы. В настоящее время недостатка препаратов крови нету. Достаточно обеспечиваем по заявке наших учреждений. Каждому донору полагается денежное вознаграждение. Причем в нашем регионе выплата в разы превышает другие области. С начала года донорам дополнительно в виде социальной поддержки выплачивается порядка чуть более 5000 тенге за каждую донацию, что способствовало большому потоку сейчас доноров. И плюс ко всему есть у нас организации, предприятия, которые в организованном виде всем коллективам сдают кровь. По словам специалистов центра, сдача крови полезна и для самого донора. Улучшается самочувствие и исключается гипертония. По статистике, продолжительность жизни донора в среднем на 5 лет больше. В обществе с большим уважением относятся к этим людям. Доноры помогают возвращать в жизнь человека, оказавшегося в тяжелом состоянии. Это настоящие герои. Но я сам никогда не был донором. Возможно, как-нибудь пойду и сдам кровь. У меня иногда повышается давление. Я пару раз сдавала кровь, и это помогало. Считаю, что обязательно нужно сдавать кровь. Никто не застрахован от экстренных ситуаций. В переводе с латинского слово «донор» означает «подарок». То есть, сдавая кровь, донор дарит надежду на жизнь совершенно незнакомым людям. Донорская кровь ежегодно спасает сотни тысяч жизней. Спасибо тебе, донор. Алина Паражан, Шыңгысхан Абаев, Ханат Махамбетов, телеканал «Кызылорда».